Региональный оператор «Магаданский» на грани банкротства. Об этом говорили на заседании комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии. В адрес депутатов Магаданской городской думы поступило обращение по вопросу критического состояния компании. Убытки по итогам 2019 года составили более 63 миллионов рублей. Мы этим вопросом будем заниматься и будем в том числе взаимодействовать с Министерством природных ресурсов Магаданской области для выработки готовых конкретных решений для того, чтобы деятельность регионального оператора она была эффективной и в том числе с точки зрения финансовой обеспеченности. На комиссии рассмотрели ответ регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики на предложение городских депутатов о строительстве нового жилья в Уптаре. С вопросом планируют обратиться повторно, так как положительного ответа на него не получили. Расселению в Уптаре подлежат 10 многоквартирных домов, признанных аварийными в 2018 году. В благоустроенном жилье нуждается 169 человек.